Игра «Северстали» Уфе с Салаватом Юлаевым получилась вязкой. Одна из самых результативных команд чемпионата с большим трудом добиралась до ворот Череповецкого клуба. Но окончательно преодолеть хорошо выстроенные оборонительные линии не получалось. Я бы не сказал, что недооценка. Мы вышли так же, как и на те игры, в принципе, настроенные. Просто, может быть, когда ты не забываешь, там какие-то моменты у тебя, начинаются нервы какие-то, может, где-то похладнокровнее, может, надо было сыграть, я не знаю. Очень долго соперники не могли открыть счет. Удалось это сделать гостям на 27-й минуте матча после быстрой контратаки. Красивую и стремительную комбинацию первого звена «Северстали» завершил точным броском Александр Бумагин. В третьем периоде череповчане хорошо оборонялись, а потом поразили пустые ворота соперника за секунду до финальной сирены. Отличился Даниил Вовченко. В итоге 2-0, победа «Северстали». Для череповецкой команды это первая в сезоне победа в гостях, а для голкипера Юлиуса Гудачика второй матч на ноль. Сыграли, наверное, один из лучших матчей. Очень сыграли дисциплинированно, то есть разобрали соперника, знали, что и Уфа много забивает, но и пропускает. То есть постарались. У нас, к сожалению, пока не все ладится в атаке, я имею в виду за битыми голами. Мы попросили сконцентрироваться именно на тактических действиях, именно где-то подсушить игру. «Северсталь» снова вернулась в первую восьмерку команд Западной конференции и уже 21 сентября начинает домашнюю серию матчей. Первый соперник – китайский «Куньлунь Ред Стар». Прямую трансляцию матча смотрите на нашем канале в 18 часов 55 минут. Владимир Сентябрев, новости.